Первый летний календарный день. В Самарской области будет облачное и пасмурное небо. Местами пройдет небольшой дождь и гроза. Сохранится жаркая погода. Днем 31-35 выше 0, ночью 20-22 градуса тепла. В Сызрани небольшая облачность. Днем плюс 32, ночью 22 тепла. Ветер южного направления 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно, дождь и гроза. Днем плюс 29, ночью плюс 21 градус. Юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, возможно, гроза. Днем 32 тепла, ночью плюс 21. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 30%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.